связи с предстоящим праздничным днем 4 ноября пенсии и другие социальные выплаты будут выдаваться заранее в отделениях почтовой связи. За 3 и 4 ноября выплаты будут производиться 2 ноября, а тех, кто должен получать пенсии 5 и 6 ноября, ждут 3 ноября во всех почтовых отделениях города-курорта. Далее выплата и доставка пенсий и других социальных пособий будет осуществляться в соответствии с прежним графиком доставки.